Депутатские комиссии провели заседание 16 июня. Народные избранники рассмотрели ряд вопросов, среди которых назначение даты отчета главы Десногорска Андрея Шубина о результатах своей деятельности. Выступление главы предложено назначить на 9 июля. Также было рассмотрено обращение жительницы Десногорска по вопросу благоустройства придомовой территории. Есть вопросы, не знаю, чьей компетенции. Ну, если вы читаете, то просто читайте до конца. Теперь самый главный вопрос. А вы закон читали? Какой? Что там написано? Что именно вас интересует? Споры вызвала цветочная клумба у многоквартирного дома в третьем микрорайоне, которую высадила одна из его жительниц. Она же и просила депутатов разобраться в том, имеет ли на то право. Как выяснилось, подобные решения принимаются с учетом мнения всех жильцов конкретного дома. Это решение проводится на общем собрании дома. Есть у нас положение проведения общих собраний, где принимается, что проводить, какие мероприятия на клубы, что сажать и так далее. Даты публичных слушаний об исполнении бюджета Десногорска за 2019 год предложено назначить 3 июля. О месте и времени проведения будет сообщено позже. Это зависит от эпидемиологической ситуации на тот момент.